Друзья, я хочу обратиться сегодня к тем людям, кто, может быть, впервые сегодня, или вы не впервые, но вы нуждаетесь в самом главном решении в вашей жизни, чтобы сегодня Господь мог прикоснуться к вашему сердцу, к вашей жизни и изменить вашу жизнь навсегда. И вы знаете, сегодня в этом мире у людей есть много разных возможностей, и их надежды, и люди возлагают надежды на что-то в этом мире. Вы знаете, хорошо, конечно же, когда есть хоть какая-то надежда. Потому что когда человек без надежды, тогда ему сложно и тяжело. Но как раз-то именно часто люди, не имея надежды, они обращаются к Богу. Но, знаете, хорошо обращаться к Богу не тогда, когда нет надежды, а наоборот, прямо сейчас, посреди событий на своей жизни, обратить свое сердце к Богу, чтобы получить самую важную, самую главную надежду для жизни. Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он заплатил ценой своей собственной жизни за грехи всего человечества, за грехи каждого. Была заплачена высокая цена с одной целью, чтобы дать надежду безнадежным. Потому что на кого бы мы ни надеялись сегодня в этом мире, какие бы надежды мы ни возлагали бы, но вы знаете, никто не может гарантировать тебе, когда человек грешен. А Слово Божие говорит, что все люди согрешили на этой земле. Все, абсолютно все. Нет ни одного человека праведника. Нет ни одного святого. Все согрешили и лишены были славы Божьей. Но, друзья мои, Бог не оставил так это. Вы знаете, люди бывают, они что-то делают в жизни, начинают, но не доводят до конца. Они оставляют, не доводя до конца какое-то дело. Но не так наш Господь. Иисус видел всю проблему человечества, что человечество потеряло взаимосвязь с Богом, и грех вошел в их жизнь и начал разрушать их жизнь. Из-за этого смерть пришла. Друзья мои, не было смерти от начала. В Боге нет смерти. И у Бога нет смерти. Смерть пришла с момента грехопадения, когда только грех настиг сердце человека, так и пришла смерть. И сегодня все люди умирают. Мы все бываем на похоронах. Потому что умирают люди. Из-за того, что грех, он не просто убил тело, он убил душу. А уже следствие что того, что душа была погублена и тело умирает. Но, друзья мои, Иисус Христос в теле человеческом, придя на эту землю, Он показал и открыл путь на небо к Отцу. И в теле человеческом Он умер за грехи людей, будучи святым, праведным, непорочным. Он отдал свою жизнь не потому, что Он был патриотом. Он отдал свою жизнь не потому, что, думал за какого-то любимого человека. Он отдал свою жизнь, потому что всех нас возлюбил. И заплатил цену в том теле, в котором он был, за грехи людей. Его убили, пригвоздили ко кресту. И сегодня в эти дни мы отмечаем праздник Пасхи. Кстати, евреи уже начали отмечать праздник Пасхи. Мы уже прямо посреди этих событий. И вот Иисус Христос, Он стал этим пасхальным агнцем, чтобы искупить все человечество один раз и навсегда. И теперь каждый, кто принимает в свою жизнь эту Пасху, каждый, кто открывает свое сердце для того, кто умер за нас, но он не остался в могиле, не смогла смерть его удержать. Бог Отец воскресил его из мертвых. И в третий день, Он воскрес и вышел из могилы и жив во веки веков. Поэтому Иисус жив. Он сегодня живой. И Он сегодня по правую руку Отца находится. Но Он сегодня открыл дверь для каждого, кто поверит в Него, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог дал шанс и возможность получить дар вечной жизни каждому из нас. И поэтому сегодня у тебя есть выбор.
у тебя есть надежда. У тебя есть надежда, чтобы не погибать во грехах, чтобы не пойти в ад в один день, когда это тело умрет. Но чтобы воскреснуть из мертвых вместе со Христом. Он дал эту надежду. Всякий верующий в Него не умрет, но будет иметь вечную жизнь. Это слова Иисуса, которые в вечности звучат и сейчас здесь, на этом месте. И поэтому я сегодня хочу предложить тебе сделать правильный выбор в своей жизни. Возложить свою надежду не на правителей. Возложить свою надежду не на врачей. Возложить свою надежду не на близких и родственников. Возложить свою надежду не на друзей. А возложить свою надежду на Иисуса Христа, который отдал свою жизнь за тебя. И поэтому я хочу молиться вместе с тобой. Давайте мы все поднимемся, друзья. Я хочу спросить тех, кто сегодня впервые, или вы не впервые, но вы хотели бы молиться этой молитвой, чтобы получить прощение грехов, спасение и жизнь вечную. Чтобы надеяться сегодня не на людей этого мира, не на то, что происходит в этом мире, но чтобы возложить надежду на Иисуса, обратить свое сердце к Нему и получить прощение грехов, освободиться от всякого рабства греха. Если это вы сегодня, я хочу помолиться с вами за вас и хочу дать вам возможность сегодня открыть этот путь в небеса и примириться с Богом. Если вы, помашите мне рукой, кто хочет помолиться. Я хочу молиться вместе с вами. Вижу вас. Слава Господу. Кто еще, друзья мои? Не стесняйтесь. Мы хотим с вами помолиться, согласиться, чтобы жизнь Иисуса, она вошла в вас. Чтобы Иисус изменил полностью вас. Есть кто-то еще из тех, кто еще не поднимал руку? Просто помашите мне рукой. Мы прям помолимся там, где вы есть. Есть еще кто-то, желающий примириться с Господом? Хорошо, тогда давайте мы помолимся прямо там, на месте. Если вы даже не поднимали руку, вы стесняетесь, молитесь вместе с нами этой молитвой. И давайте мы все склоним наши головы. Я поведу вас в этой молитве. Но в эту молитву перед Господом просто произнесите перед Иисусом, чтобы вся ваша жизнь, она изменилась. Скажите: дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе в этой молитве, веруя в Твоего Сына Иисуса Христа. И я верю, что Иисус Христос однажды был на земле и отдал свою жизнь, заплатив за мои грехи. И сегодня, стоя на этом месте, я верую в Тебя, Иисус. Я верю, что Ты заплатил за меня. И я прошу Тебя, прости меня за все мои грехи, очисти меня от всякого зла и от всякой неправды. Я хочу быть чистым. Я хочу быть свободным. Я принимаю Твою любовь. Я принимаю Твою жизнь. Я принимаю Твое спасение. И я сегодня исповедую и говорю, что Иисус, Ты мой Господь, а я Твое дитя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Друзья, и вот кто поднял руку, вот подойдите сюда, я хочу помолиться за вас, благословить вас. Кто сегодня поднимал руку, и вы, если вы не поднимали руку, вы помолились этой молитвой, я приглашаю вас сюда. Мы хотим помолиться за вас, благословить, чтобы Господь прикоснулся к вам. Может быть, кто-то еще есть, кто молился этой молитвой. Не стесняйтесь. Слава Господу. Эх, Господь любит тебя. Кто-то еще, друзья мои, кто-то еще помолился этой молитвой. Не стесняйтесь, мы хотим помолиться, благословить вас, чтобы вся ваша жизнь, она могла измениться. Не нашими силами, но силой Божьей, чтобы Господь просто изменил вашу жизнь. Хорошо, тогда мы помолимся за вас. Хорошо, как вас зовут? Сергей, очень приятно. Да, Мирослав, я помню. Как вас? Анна, очень приятно. Давайте мы посмотрим, помолимся сейчас за Сергея, Мирослава и за Анну, да? Всей церковью. Поэтому просто принимайте эту молитву, хорошо? Вам ничего не надо, кроме того, чтобы просто принять и поверить, что Божья сила, она коснется вашей жизни. И с сегодняшнего дня Господь возьмет вас за руку и начнет вести. Ну, не просто Он только лишь
через людей, через Слово Свое. Когда вы будете идти с Ним, Он будет вести вас. Хорошо? Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этих драгоценных людей. И мы просим о Твоей благодати и милости. Они сегодня открыли свое сердце для Тебя. Прикоснись силой Твоей свободы, которую Ты даруешь. Освободи от всякого зла и от всякого верморабства. Пусть придет на самом деле Твоя истинная свобода. Господь, коснись Мирослава. Он нуждается в Тебе, в Твоей силе, в силе Твоего освобождения. Господь, коснись глубины его сердца настолько, чтобы произошли внутренние перемены. Дух Святой, коснись, чтобы это зло, которое порабощало его, навсегда оставило его. Во имя Иисуса я призываю жизнь Твою, Господь. Я призываю Твою свободу прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, Дух свободы, наполни его Твоей жизнью и освободи его от всякого зла. Во имя Иисуса. Господь, мы также, я молю Тебя, Сергея, и прошу Тебя, прикоснись Твоим Духом, Твоей жизнью, чтобы Сергей сегодня, он изменился в присутствии Твоем, в Твоей силе, в Твоей славе. Твоя жизнь да войдет в него, Господь, и да будет он преображен силой Твоего Святого Духа. Мы благословляем его и провозглашаем, что он Твой Сын во имя Иисуса Христа. Мы также благословляем Анну, Господь, и я прошу Тебя, прикоснись Твоей силой, наполняющей жизнью, изменяющей и преображающей. И с сегодняшнего дня да придут Твои настоящие перемены в их жизнь. Дух Святой, наполни сердца. Наполни сердце Анны, благослови, Господь. Прикоснись Твоей силой и благослови. Сегодня пусть Твоя слава почиет на них во имя Иисуса Христа. А также, Господь, коснись других людей, кто, может быть, сейчас сомневается или стоит на месте, или, может быть, он сегодня помолился этой молитвой, но не вышел. Прикоснись Твоим Духом Святым, чтобы жизни людей изменились. Мы молим Тебя о людях, которые еще не знают Тебя, которые не рождены свыше. Мы просим Тебя, прикоснись, чтобы люди, они познали Тебя и возродились свыше от Твоего Духа во имя Иисуса Христа. И да будет Тебе, Господь, вся честь, вся слава и вся хвала. Великий Святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Поздравляю вас, драгоценные. Поздравляю. Слава Господу. Поздравляю, мир.